Итак, вернемся к музыке. Я рад, что сегодня все так гармонично. Хотя еще имеется оттенок горечи и люди, что не соответствуют времени. А может, даже те, кто хотел бы маршировать под совсем другие барабаны. Возьмите так называемых музыкантов, перенимающих зарубежный опыт. Да что о них говорить? Ха, не стоит. Их отправляют в музыкальные лагеря для повышения образовательного уровня. Там они поют, чтобы получить ужин. И там они остаются до тех пор, пока не научатся сменить пластинку и играть со всеми вместе. На картах, однако, гладь. Без бездорожья и слякоти. Картами был воевать. Было начали пиками в Бресте. Забубенных буденных плейков. Но хотя в козырях у нас крест. Черви съедят тузов, все забирают черви. Старшая масса пьет, и первое блюдом первым, а Германия на компот отморозилась чуть, Алойзовичу. Мысли сгрызли, сама пожралась от затей, от Одера и до Вислы забродит и прокиснет. Третий рейх, престолы, поход детей с канцеляриями прокуренными, волшебными флагами с рунами, фальцштурмами и фюрерами без пяти минут, как жмурами. Пророчит бесспорный дранг. Он потреплет тебя по щеке. В
фотографии ставятся в рамки, но с такой фигурой в руке ты сорвешь скудные банки, скудный, даже паскудный, твой три губы, твой расклад. Патриотизм — это судно под чей-то зад. 2 года назад взяли Нальчик, но когда исчезает успех, тогда возникает мальчик по имени Альфред Чех. И не так уж важна символика, мир крови, как большой Колизей. Ты это Лёня Голиков, ты это Марат Козей. Ты получишь звезду героя, все награды твои учтены. И именами вписавшись кровью в суровую книгу войны. Провожатые
просто так гонят всех на тот свет. Где мессия по силам воздаст и возложит крепким бетоном перст, и каждому будет притом свой персональный крест. Маленький мальчик